Друзья, всем привет! Сегодня у нас очередной обзор из магазина Fix Price и не только. И начну я, не как всегда по традиции, с повторяющихся товаров, хотя они тоже были, но в этом обзоре я их показывать не буду. А начну я с моей главной хотелкой. Это новая коллекция от фирмы Kitchen, набор кухонных принадлежностей. Лопаточка кухонная 32 сантиметра, состав бук и нейлон. Ручка сделана из бука, соответственно, сама лопаточка пластиковая, хорошего качества, все хорошо сделано. Производитель у нас от фирмы Kitchen, цена товара 55 рублей. И из этой же коллекции несколько еще кухонной утвари. Половник довольно глубокий, ну, больше, наверное, он на ложку похож, ну, такой симпатичный, тоже 32 сантиметра. Состав точно такой же, бук, ручка, а сам половничек сделан у нас из нейлона. Лопаточка абсолютно такая же, как и все остальные, сделана из бука и нейлона. Но мне очень понравились из этой серии приборы. И кисточка. Как раз наша кисточка силиконовая пришла в негодность, нам нужна была новая. Ну, вот у кисточки ручка сделана немного похуже. Имеются небольшие занозы. Кисточка у нас 25,5 сантиметров. Силиконовая, большая. Все эти товары по 55 рублей за штуку. Ну, а теперь покупки для сада-огорода, также из магазина Fix Price. Повторная покупка. Хозяин-батюшка. Удобрение гумусное, органическое. Взяли себе еще 2 пакета, еще 2 килограмма. Я уже говорила, это у нас пойдет для теплицы. Пакеты для рассады. Очень они мне полюбились, понравились. Сейчас как раз нужно будет пикировать перчик. Пакеты пойдут в дело. Здесь 25 штук. Пакеты объема 0,6 литра. Цена за пачку 50 рублей. Повторно удобрение живо, аминокислоты для цветов, для рассады. Хорошая штука, мы ими кормим орхидеи. 2 парничка, всеми известные из Fix Price. Здесь просто лоточек и сверху крышечка. Таким образом выглядит парник. Взяли 2 штуки. И для этих парничков отлично подходят кассеты, также из магазина Fix Price, на 18 ячеек. Полностью хорошо становятся сами парнички. Под размер парничка и сверху закрывается лоточком. Парнички такие недолговечные, 1-2 сезона максимум. Дальше из Fix Price, как всегда, перекись водорода. Дезинфицирующих средств в деревне много не бывает, особенно когда нету поблизости аптеки. Можно использовать в различных целях. У меня есть, кстати, на Яндекс.Дзене статья, где я рассказываю, какими аптечными средствами можно пользоваться, заменяя дорогие средства для сада и огорода. Кому интересно, я оставлю ссылочку, зайдите, почитайте эту статью. Вполне себе много копеечных аптечных средств, которые заменяют многие дорогие препараты. Вот, кстати, перекись водорода – один из этих препаратов, которые можно использовать для сада, огорода и не только. Поэтому перекиси много не бывает. Жидкость для снятия лака – обычная покупка, объем 30 мл. Визитница. Кстати, визитница очень хорошо сделано,
Это, конечно же, материал ПВХ, сделано в России. Вкладыши, все как полагается. Хорошо проклеено с рисуночком. Как раз сейчас век карточек, скидок. И такие вещи никогда не бывают лишними. Каждый магазин норовит выдать свою скидку, поэтому визитницы подобного плана просто заполняются моментом. Дальше набор обычных тряпочек из микрофибры. В наборе у нас три красивые разноцветные тряпочки. Одна с рисуночком и две просто под цвет тряпочки с рисунком. Ну, в общем, обычные тряпки для уборки. Хорошо, кстати, впитывают влагу. Пакеты для продуктов 26 на 40 сантиметров, 100 штук в упаковке. Вон хом. Незаменимая вещь, вообще уровень. У нас где-то был свой маленький уровень, а сейчас столкнулись с тем, что нам нужен уровень, и мы его никак не можем найти. Где-то у нас, наверное, в сарае в инструментах затерялся, но тоже никогда не будет лишним. Уровень на магните. Вот сам магнит, при помощи которого можно к металлической поверхности примагнитить, зафиксировать и уже посмотреть, насколько ровно выставлена наша поверхность. Влажные салфетки от фирмы Котта, 20 штук, бросил в сумочку. И красота. Ну а также большая пачка бахилов, 50 штук в пачке, хорошо тоже для сада, огорода можно использовать, какие-то плошечки закрыть, прикрыть, в общем, отличная штучка, но и по назначению, естественно, тоже. Одноразовые пеленки, 6 штук, 2 капельки, 60 на 40 сантиметров. Трехслойные, это мы готовимся к появлению птичек. Но этого, конечно, мало, но потихонечку закупаем. Ну а теперь самое интересное. Это у нас картины по номерам. Два набора. Размер 38 на 28,5 сантиметров. Набор с собачкой. И набор с таким интересным абстрактным тигренком. У меня есть алмазная мозаика, которую я начала уже собирать. Мозаику я покупала в магазине «Светофор». Очень мне понравилось это занятие. И решила себе прикупить картины по номерам. Очень давно мечтала о таком виде творчества. Хотела попробовать нарисовать. Вообще всегда мечтала красиво рисовать, но это у меня не получается. Поэтому хоть как-то таким образом реализую себя в плане художника. Значит, что у нас входит в набор? Основа на картоне с контуром, акриловой краски и вспомогательная кисть, акриловый лак. Сейчас я не буду открывать эти наборы, дабы не затягивать видео. Кому интересно, сниму, наверное, отдельный ролик с распаковкой. Также у меня есть ролик с распаковкой алмазной мозаики. Поэтому в таком же духе, плане сниму и распаковку картин. Кстати, это у нас фирма Лори. Сделана в России. А теперь интересные находки из магазина «Светофор». Это у нас диодная лампа. Вообще, это кусочек диодной ленты, просто сделаны в корпусе. Максимальная мощность 8 ватт. Размер 700 на 18 и на 10. То есть 70 сантиметров длина лампы. Светит она неплохо. Единственное, на камере она мелькает. Сейчас я покажу. Кстати, да, лампа у нас идет с проводом, с переключателем и вилкой. Полная комплектация. Светит довольно ярко, но на камере немножко мерцает. Хорошо использовать
для подсветки. Мы будем подсвечивать растения, цветы. Знаю, что это не фитолампы, но на цветы будем делать такую досветку. Возможно, потом сделаем подсветку на кухне. Вообще, освещение для нас тема актуальна. Много всегда всего покупаем, потому что в доме довольно темно. Взяли три такие лампы. Вот, подсвечивает вполне себе неплохо. Можно даже, кстати, как дополнительное освещение использовать при съемке видео. Лампа легкая, хорошо, удобно крепится и имеет выключатель. А теперь у нас разнообразные покупки из различных магазинов. В продолжении магазина «Светофор» влажная туалетная бумага фирмы «Эконом», 80 штук. В магазине «Лента» лук. Тут, по-моему, у нас чуть меньше полукилограмма. 90. Цену подпишу, если вспомню. Лук вполне себе хороший. Ну, конечно, там попадается немного подпорченный лучок. Ну, это все как везде. Перебрать, просушить и отличный лук. В общем, луком мы уже запаслись к посадочному сезону. Градусники. Один в теплицу. И по сараям нужно. Все равно этих градусников нам не хватит. Нам нужно будет докупать еще. Ну, кстати, градусники хорошие, довольно крупные. Удобно смотреть температуру. Боксы для пищевых продуктов небольшие. Размер контейнера. Объем 0,375 литра. Иногда бывают нужны не только большие боксы, но и маленькие. Боксы имеют защелки, с помощью которых крепится крышка, фиксируется крышка. Так, и в продолжение огородной темы у нас опять семена. Горошек. Много гороха не бывает. Три пакетика горошка. Подсолнечник. Ну и, конечно же, естественно же, цветы. Я же говорю, мы в этом году картоху сажать не будем. Поле распашем и все цветами засадим. Тут у нас многолетники, гвоздичка. Однолетник георгин. Кариопсис. Что-то знакомое. Многолетник алисум. И иберис. Посмотрите, какой красивый. Вот такой огромный пищевой контейнер на 11 литров с ручкой, с крышкой. Все как полагается. Будем ходить в лес за ягодами. С таким контейнером самое то. Ну а в контейнере у нас там немножко электрики, провод, вилки, на очередные удлинители, переноски, освещение и прочее-прочее. На проводку, ну, в общем, тут есть еще по электрике чем заняться и по дому, и в сарайках тоже. Ну, вот, в принципе, весь мой небольшой сегодняшний обзор. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока.